Что принимаете? Дигиталис. С собой есть? Странно. Только пару дней, как полный пузырек получил. Есть еще один. Не ищите. Ваши таблетки украл Хэнк Виган. Он пытался себя убить. Так что случилось? Он оставил пузырек открытым и пошел за водой. В другой раз глотайте весь. Слушайте, у вас права нету. Обычно люди помнят, сколько таблеток у них было. На этикетке есть дата и количество, и нормальный человек может посчитать. А наркоману это не обязательно. Он думает только о том, сколько у него осталось. Купили большую страховку?